Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такую детскую жилетку. Эта жилетка на возраст ребенка 4-6 месяцев. На данное изделие у меня ушел один моток пряжи, даже немного из него осталось. Это в 100 граммах было 425 метров. Сейчас мы замерим жилетку вот от плеча и до низа 28 сантиметров, по объему вот 26 сантиметров, вот такая красивая жилетка с рельефным, вот я покажу ближе, с рельефным вот таким узором объемным. И вот будем сегодня вязать такую детскую красивую жилетку. Вязать жилетку я буду вот такой голубой пряжей. Здесь в 100 граммах 425 метров. И буду использовать крючок номер 2,5. Теперь будем набирать 86 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Набираем эту цепочку не очень туго, так чтобы петельки были вот свободные, не затянутые. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И вот так продолжаем набирать. И вот после того, как я связала цепочку из воздушных петель, вот прилаживаем, длина данной цепочки вот на 29 сантиметров. Теперь будем распределять столбики с накидом по данной цепочке. Вот для подъема я еще провязываю одну воздушную петлю и вторую. И теперь в третью воздушную петлю от крючка, вот я пропускаю 3, 1, 2, 3, в четвертую провязываем столбик с накидом. Вот мы провязали с вами 2 столбика. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и 13 столбиков. Теперь 2 воздушные петли, 1, 2, и вот в следующую воздушную петлю провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 и 17. Тут провязали 17 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, и в следующую воздушную петлю вот провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25 и 26. Вот мы провязали с вами 26 столбиков с накидом. Теперь снова повторяем 2 воздушные петли. И провязываем 17 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16 и 17. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, и еще 13 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 и 13. И вот так смотрится наша основа для будущей жилетки. И теперь переходим вязать второй ряд. Для подъема провязываем 3 воздушные петли, разворачиваем вязание
и в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по столбику с накидом. Вот так провязываем. Здесь мы вяжем без изменения 13 столбиков. И когда довязываем вот уже до воздушных петель, я вам ближе покажу, вот, под воздушные петли провязываем один столбик с накида, сюда же ввязываем второй столбик с накида, теперь 2 воздушные петли и снова 2 столбика с накидом, 1 и 2, и далее вяжем столбики с накидом, так как мы их и вязали. И вот так столбики довязываем вот до вот этих воздушных петель. И вот провязали столбики с накидом, и снова мы дошли до воздушных петель, и под эти воздушные петли вот провязываем один столбик с накидом, второй столбик с накидом, 2 воздушные петли. И снова повторяем 2 столбика с накидом. И далее продолжаем вязать столбики с накидами. И под каждый уголочек, вот там, где воздушные петли, мы провязываем вот так вот 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом. И вот так вяжем. И вот такую я связала вот кокетку. Сейчас посчитаем, сколько получилось рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. Так, слаживаем ее пополам. Вот так она смотрится. Если замерять кокетку вот по сантиметрам от плеча, вот 11 сантиметров. И вот в 11 ряду будем формировать, уже соединять вот так вот рукавчики, чтобы у нас здесь вот получились. Сейчас будем вязать 11 ряд. Для подъема 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И далее провязываем столбики с накидом. Вот довязываем столбики с накидом вот до этих пор, до уголочка. И вот провязали столбики с накидом до уголочка. Теперь вот там, где у нас под 2 воздушные петли, провязывая 1 столбик с накидом, и сюда же провязываем 2 столбик с накидом. Теперь вот эту часть мы пропускаем, вот, и слаживаем вот так вот пополам до 2 вот уголочка, вот так, и под вот эти 2 воздушные петли провязываем 2 столбика с накидом. И далее продолжаем вязать столбики с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Вот что у нас получается. Здесь у нас сформировался вот рукавчик. Вот так. Теперь далее вот я перевернула. Нам нужно провязать столбики с накидом вот до вот этого уголочка и здесь сформировать точно такой же рукавчик. И вот довязали до уголочка.
Под 2 воздушные петли провязываем 2 столбика с накидом. Вот, переходим вот ко второму уголочку. Под эти 2 воздушные петли тоже провязываем 2 столбика с накидом и продолжаем вязать далее столбики с накидом. Показываю с изнаночной стороны, вот покажу, что у нас получается. Вот с одной стороны мы соединили, и со второй стороны мы соединили рукавчики. И теперь вот проймал у нас уже полностью сформировано. Теперь замеряем. У нас вот получается 12 сантиметров вот наша до нашей проймы. И теперь, так как это у меня вот лицевая сторона, а узор нужно вязать с лицевой стороны, то есть следующий вот ряд я должна вязать с изнаночной стороны. Значит, я его провяжу столбиками с накидом и потом с лицевой стороны начну вязать уже узор. Вот так я делаю 3 воздушные петли для подъема и провязываю вот столбиками с накидом. И вот так провязываем все мы по кругу, вот до вот этих пор. Здесь мы уже ничего добавлять не будем, просто вяжем ровным полотном. И потом мы с вами встретимся, будем вязать узор. И вот я провязала один ряд столбиками с накидом. Вот нигде ничего не добавляла. И теперь вот с лицевой стороны начну вязать узор. Три воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. Еще провязываем один столбик с накидом. Теперь провязываем одну воздушную петлю. 1, 2, 3. И вот в четвертый столбик провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна воздушная петля. Отсчитываем 1, 2, 3. И в четвертый столбик провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля. 1, 2, 3. И в четвертый столбик провязываем веер из 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова воздушная петля. 1, 2, 3. Четвертый столбик. Столбик без накида. И вот такой узор вот мы чередуем до конца ряда. 1, 2, 3. В четвертый столбик провязываем веер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля. 1, 2, 3. И в четвертый столбик. Столбик без накида. И так распределяем узор до конца ряда, таким образом, чтобы у нас в конце ряда вот получилось, закончилось веером и 2 столбиками с накидом. И вот в конце ряда тоже заканчиваем 1, 2, 3. В четвертую провязываем веер. 3, 4, 5, 6.
1 воздушная петля, 1, 2, 3, и вот в четвертый столбик провязываем 1 столбик с накидом, и там, где воздушные петли, провязываем 2 столбик с накидом. И вот такой первый ряд мы с вами связали. Теперь будем вязать второй ряд узора. Провязываем для подъема 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Развернули вязание. Столбик провязываем в столбик. И теперь вяжем вот столбики с накидом. Вот заводим крючок под столбик предыдущего ряда и провязываем 1 столбик с накидом. Снова вот заводим вот так вот под столбик. Второй. Третий. Теперь 2 воздушные петли. 1, 2. И продолжаем далее еще 3 столбика. 1, 2 и 3. Вот так. Далее переходим на следующий веер. Вот эти столбик без накида воздушной петли мы пропускаем. Провязываем 1 столбик с накидом. Второй. Третий. 2 воздушные петли. И еще 2 столбика. 1, то есть 3 столбика, 2 и 3. И вот так довязываем до конца ряда. Вот довязываем до края. И вот с крайней стороны можно провязать 1 воздушную петлю и потом вот столбики 2 с накидом. Можно эту воздушную петлю не провязывать, если вы видите, что ваш край не стянут, то можете не провязывать. Если вам кажется, что немного стянуто, то провязываем 1 воздушную петлю. Теперь 3 воздушных петли для подъема. Разворачиваем вязание и повторяем вот наш первый ряд. Столбик с накидом. 1 воздушная петля, и вот провязываем под арочку из 2 воздушных петель веер и 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот провязали. Далее 1 воздушная петля. Столбик без накида провязываем вот между столбиками с накидом. Снова воздушная петля и 6 столбиков вот под арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 воздушная петля. Снова воздушная петля. И вот так провязываем до конца ряда. Получается, мы в своем вязании, в этом узоре, вот чередуем первый и второй ряд. Вот эти вот 2 ряда мы будем повторять до конца нашего вязания. Вот что у нас получается. Теперь переворачиваем на следующий ряд. Вот провязали 2 столбика с накидом. Теперь можно провязывать 1 воздушную петлю, можно ее не провязывать, и повторяем вот второй наш ряд. Вот так
провязываем столбики с накидом вот таким образом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. И переходим к следующему вот вееру, и здесь тоже повторяем вот 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. И вот лицевая сторона нашего узора. Вот такой объемный рельефный узор. Вот я провязала узор. Сейчас замеряем, сколько сантиметров. Это получилось вот 15 сантиметров. 15 даже с половиной. Вот так. Если замерить всю жилетку, то она получается на 28 сантиметров вот с половиной. Вот так. Ниточку я не отрезаю, так как буду ней делать обвязку, вот планку для пуговицы, и буду обвязывать горловину. А потом уже будем обвязывать проймы на данной жилетке. И вот с того края, где мы оставили нитку, 1 воздушная петля. И далее продолжаю вот обвязывать все крайние столбики столбиками без накида. И вот так обвязываем. И вот так вяжем столбиками без накида. И когда довязали вот до уголка, здесь нужно провязать 3 столбика без накида в одну петелечку. 1, 2, 3. Это для того, чтобы был красивый уголок. И далее продолжаем обвязывать столбиками без накида. Когда довязываем вот до вот этого углубления, здесь нужно провязать вот 3 столбика вместе. 1, 2, 3. И провязываем их вместе. И далее снова продолжаем вязать столбики без накида. И вот когда вот мы обвязали так по кругу один ряд, теперь разворачиваем наше вязание, воздушная петля. Вот провязываем сюда же столбик без накида и вяжем столбики без накида в каждый столбик без накида предыдущего ряда. Вот так провязываем. И вот когда снова довязали до уголка, в уголке нужно опять повторить из одного столбика вывязать 3. 1, 2, 3. И снова продолжаем вязать столбиками без накида. И когда вот на горловине довязали вот до изгиба, в этой части я провязываю вот так. Провязываю
один столбик без накида, один пропускаю и в следующий вот через столбик провязываю столбик без накида. И далее снова вяжу столбики без накида. И вот так будет смотреться на поворотах, на изгибах. И вот я провязала до уголка, и в уголок тоже провязала 3 столбика без накида. И теперь буду вывязывать петельки для пуговиц. У меня пуговицы вот такие, цветочки. Пуговица достаточно большая, потому я буду для нее вставлять 1, 2, 3 воздушные петли, так 4 провязываю, и буду пропускать 1, 2, 3 столбика в четвертый. Так формируем, вот вяжем петельки. И сейчас посмотрим, вот я оставила 4 воздушные петли, а пропустила 3. И берем вот так вот пуговицу и пробуем, проходит ли пуговица в данную петельку. Пуговица проходит. И дальше я буду тоже распределять вот пуговицы приблизительно вот таким образом. Вот где-то вот на таком расстоянии друг от друга. И буду их провязывать точно так же, вот как первую вот петельку. Вот довязали до конца. Вот такие петелечки я сделала. Через каждые вот 7 столбиков провязала и делала петельку. Теперь опять воздушная петля. И еще раз будем обвязывать столбиками без накида. И вот так обвязываем по кругу. Вот там, где у нас петельки, их вот за воздушные петли обвязываем столбиками без накида. Вот такая петелька. После того, как вот довязали ряд, я еще один ряд провяжу столбиками без накида. Воздушная петля. И так же, как предыдущие ряды мы провязывали, так провязываю столбиками без накида вот в обратном направлении. И вот планочку обвязали, нить отрезали. Теперь нам осталось обвязать вот проймы. Берем нить присоединяем и тоже будем обвязывать столбиками без накида. Эту ниточку сразу можно обвязывать. И вот так обвязываем столбиками без накида по кругу. Вот первый ряд провязали столбиками без накида. Теперь переходим на второй ряд. Тоже воздушная петля. И здесь я провязываю столбик вот без накида. И потом буду вязать вот такое пико. 1, 2, 3 воздушные петли. И вот такое пико. Буду чередовать вот столбики без накида и пико. 1, 2, 3 столбика. Четвертый столбик. И вот в четвертом буду провязывать пико. 3 воздушные петли. И снова продолжаем вязать столбики без накида.
И вот такая обвязка у меня будет на пройме у жилетки. И вот такая жилетка у нас с вами получилась. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!